Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. В этом ролике я расскажу вам про новый девайс от компании Onyx под названием FreeMax Kit 20 Watt. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой стороне изображен сам мод в цвете, что ждет нас внутри. Есть логотип компании и название устройства. На противоположной стороне все как всегда. Технические характеристики и комплектация. Открыв коробку, мы видим сам мод с предустановленным картриджем. Под поролоном находится небольшая коробочка. В ней разместился кабель USB-C, испаритель на 1 Ом. Кстати, еще один испаритель заранее предустановлен в картридже. Его сопротивление 0,5 Ом. Также в коробке находится гарантийный талон и инструкция. Внешний вид у девайса довольно симпатичный. Это минималистичный брусок, у которого нет ничего лишнего. Корпус выполнен из ПЦТГ пластика, нержавейки и алюминиевого сплава. Весит он всего лишь 53 грамма, а вот габариты у него не самые маленькие. Высоту он вместе с картриджем 11 сантиметров, ну почти 11, там 108-109 миллиметров. На лицевой стороне разместилась единственная кнопка управления. Она не люфтит и обладает очень приятным кликом. Кстати, кнопка срабатывает моментально. На противоположной стороне красуется огромное лого производителя. На двух боковых гранях есть отверстие обдува. И самое интересное, что одно из них можно отрегулировать. Вы можете его либо совсем закрыть, либо настроить под свои предпочтения. В самом низу расположился порт USB Type-C. Внутри девайса располагается довольно хорошая плата и просто огромный аккумулятор объемом 1100 мАч. Заряжается он силой тока в 1,5 ампера, а это означает, что от 0 до 100% он будет заряжаться примерно 40-50 минут. Пару слов про функционал. Кнопка Fire выполняет сразу несколько действий. Во-первых, она включает и выключает устройство. Во-вторых, при нажатии на кнопку Fire напряжение подается на картридж. И в-третьих, при троекратном нажатии на кнопку Fire вы переключаетесь в один из трех режимов парения. На испарителях с сопротивлением 0,5 Ом это 16, 18 и 20 Вт. На испарителях с сопротивлением 1 Ом это 9, 11 и 13 Вт. Кстати, напряжение на картридж может подаваться не только от нажатия на кнопку Fire, но и от обычной затяжки. Теперь пришло время поговорить про картридж. Он крепится к корпусу мода при помощи двух довольно крепких магнитов. Держится все очень надежно. Объем картриджа нестандартный и составляет 3,5 мл, что очень хорошо. Как я уже говорил ранее, он работает на сменных испарителях с сопротивлением 0,5 Ом и 1 Ом. Затяжка в девайсе довольно свободная, а если открыть второе отверстие обдува, то она становится полноценной кальянной. Так что на этом устройстве вы будете прекрасно ощущать жидкость даже с содержанием никотина в 3 мг. Из небольших минусов можно отметить следующее. Во-первых, у него трудно снимается картридж, его как бы не за что подцепить, но если у вас сухие руки, то делается все очень просто. Во-вторых, это габариты девайса, он действительно не маленький, но тем не менее не вызывает никакого дискомфорта. Ну и в-третьих, это его затяжка, все-таки хотелось бы, чтобы она была потуже. Ну а в конце ролика могу смело сказать, что данный девайс подойдет любому пользователю. У него отличный вкус, он классно передает никотин, он мощный и у него просто огромный аккумулятор, которого смело хватит на один день парения. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.